Наша техника выходит из строя, но ничего страшного. Если техника выходит из строя, значит в строю будем все мы. Мы рады приветствовать вас сегодня на нашем самом главном и самом большом концерте под названием «Концерт дружбы». Скажите и поднимите руку те, кто сейчас дружит и нашли друзей в Ардене. Ого, прям все-все нашли или что? Все нашли? Ну молодцы, ну просто молодцы. А кто еще верит в то, что найдет своего друга? Вот это класс, молодцы. Ну что ж, у нас еще целых 2 дня нашей смены, поэтому я думаю, однозначно, даже те, кто еще не успел, поторопитесь. Поторопитесь обязательно, и у вас все получится. Вы молодцы. Ну что ж, для того, чтобы начать наше сегодняшнее мероприятие, наш концерт дружбы, мы должны понять, что и как сегодня будет происходить. Потому что наш концерт будет сегодня просто умопомрачительным и сногсшибательным. Просто потому, что к нам приехали самые лучшие, самые творческие и самые креативные дети. И сегодня они вам это докажут. Скажите, пожалуйста, мне, где у нас сидит самое активное первое содружество? А ну подайте знак. Самое активное, да. А где у нас более активное второе содружество? Ну что-то с этим можно уже делать или пить. Ну вы готовы поддерживать сегодня наших гостей? Хорошо. Знаете, сегодня наш израильский ансамбль танца «Шхерезада», который будет выступать на нашей сцене, он попал к нам уж очень случайно. А в Артек они приехали, ну, потому что очень-очень этого хотели. И благодаря победе во втором туре фестиваля «Золотой ключик». То есть получается, что они приехали на второй тур, на третий тур, да еще и в Артек заехали. А заехали в Артек для того, чтобы радовать всех нас своим творчеством и креативом. Ну, чтобы всем этим творчеством насладиться, нужно, что правильно, хорошо их поддержать, потому что за кулисами они все очень волнуются. Давайте я дам обратный отсчет. Сначала просчитаемся до 5. Попробуем. 1, 2. А теперь также громче и в обратную сторону. 5, 4, 3, 2, 1. Поехали! Ну что ж, прямо сегодня, прямо сейчас, детки, которые поют, танцуют, ездят по миру и делают, и изучают самые лучшие танцы и танцы других стран. Они знают все-все-все. Они очень креативные и очень разнообразные. И прямо сейчас на этой сцене появляется первый номер открытия. Цыганский танец. Коллектив «Шахерезада». Ваши аплодисменты, Артек. Встречаем! Thank you.
Составщик, человек, который входит в состав жюри, художественного совета фестиваля и в состав, конечно же, самого совета. Ирина, просим вас к нам, вот сюда на сцену. Мы бы хотели сегодня узнать, вот нам рассказали по секрету, что ваш, оказывается, вот этот ансамбль возник в 1889 году. Люди столько не живут. В чем секрет? Расскажите. Секрет моей живучести. То есть вы считаете, что вы вот очень-очень живучая, и поэтому он так долго существует? И поэтому своим энтузиазмом я пытаюсь зажигать, заряжать, снаряжать, чтобы творили. То есть, как говорят, любви все возрасты покорны, а у нас творчеству все возрасты покорны. Ну да. И сегодня мы увидим, что этому возрасту все как-то. Танцам все возрасты покорны. Танцам все возрасты покорны. На этой мажорной ноте мы провожаем Ирину Джамаль за кулисы. Молодцы! Ну что ж, все у нас пока круто продолжается. Начинается, старт уже сделан. Значит, можно аплодировать. Где ваши аплодисменты? Ну вот, что-то на это похоже. А теперь где ваши артековские аплодисменты? Ну вот и молодцы. Ну что ж, для того, чтобы мы продолжили на эту сцену, мы должны пригласить еще одного очень хорошего, позитивного и светлого человечка, который сегодня поможет нам, знаете, в чем поможет? Повеселиться и вместе попеть. Встречайте на этой сцене методист программного отдела Ивашку Марина со своей песней. Привет, Артек! Too harsh, hot touch. Make it track and be silent, man. Too harsh, hot touch.
Дійсно вийшло в неї нас завести трошки, поспівати всім разом. Ну що ж, а ми продовжуємо. І, звичайно, це були далеко не всі номери наших гостей, які до нас завітали та приїхали. Ми продовжуємо, і зараз ми вам покажемо ще один не менш цікавий, не менш креативний і не менш творчий номер.